Всем привет! Этот ролик я буду писать с захватом экрана для того, чтобы все выпадающие окна в Excel, типа фильтры и так далее, не были, собственно, пропущены. Мы сегодня с вами учимся решать задачу номер три. В файле приведен фрагмент базы данных продукты о поставках товаров в магазины районов города. Так, дайте мне секундочку, я посмотрю, что вы видите, а что нет. Так, есть предположение, что надо вот так сделать. Да, огонь. Мы прочитаем условия первой задачи, но на самом деле условия задачи в третьей задача практически бесполезна. Мы прочитаем его один раз, только для того, чтобы понять, что оно бесполезно, и, собственно, порадуемся. В файле приведен фрагмент базы данных продукты о поставках товаров в магазин районов города. База данных состоит из трех таблиц. Сразу первая пугающая база данных. Это что, задача про базы данных? Реально? Нет, не пугайся. Все это решается супер легко в Excel. -ке. Таблица движения товаров содержит записи о поставках товаров в магазины в течение января 2021. Также информация о проданных товарах. Не пугайся всех этих формулировок, это просто канцелериты, в смысле такие м, строгие формулировки, в которых типа э, надо так говорить, просто вот такими мутными словами для того, чтобы больше тебя напугать, вот, и ни для чего больше. Соответственно, э, поле тип операции содержит значение поступления или продажа а в соответствующее поле количество упаковок занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Короче, я первый раз читал условия, я ужасно испугался. Ужасная задача, ничего не понятно, как-то запутанно и так далее. Я вдуматься не мог, перечитывал по три раза условия, пока не открыл табличку. Заголовок таблицы имеет такой вид, заголовок какой-то страшный. Таблица товар содержит вот такую информацию, основных характеристиках каждого товара. Таблица магазин содержит информацию о местонахождении магазинов. Вот у нее такой заголовок. На рисунке еще какая-то схема базы данных. Я такой, еще в ней разбираться. ID магазина, ключики какие-то. Ключики на этой схеме обозначают, что соответствующий диапазон ключевой. Что это означает? Это значит, что в, этом, в этой таблице соответствующее, соответствующее поле ключевое, я имею в виду, в этой таблице ID магазина для каждого магазина будет свое, уникальное. Сейчас увидим в табличке. Вот это, короче, самая важная часть задач. Используя информацию с приведенной базы данных, определить, насколько изменилось количество упаковок сарделек в магазинах района Заречный за период с 9 по 20. Открываем первую табличку. Это, на самом деле, первое, что надо было сделать. Открываем первую табличку и смотрим на таблицу. Магазин. Очень понятная таблица. ID магазина – это его уникальный идентификатор. Дальше район, в котором этот магазин расположен, да, и адрес. Например, магазин М10 находится в районе Октябрьский по адресу площадь Революции 1. Ну, то есть халява. А когда ты читал задачу, в задаче было написано что-то по таблице магазин, сверху информацию, заголовок имеет такой вот вид, какой-то страшный заголовок, ничего не понятно. Смотришь на таблицу, все понятно. Короче, если смотреть только на заголовок и не смотреть на данные из таблицы, то как-то немножко не очевидно, что в этой таблице такое написано. Товар, тут уже побольше, э, и там длинный заголовок в таблице товар э, что-то артикул какой-то, отдел, наименований, единицы, в общем, дичь какая-то. А смотришь, и все понятно. Это вот кефир обезжиренный номер его 5. Видишь, артикул у каждого свой, уникальный. Именно это обозначает ключик вот в этом рисуночке, что артикул является ключевым полем. То есть, что тут не повторяется артикул. Вот, например, количество в упаковке может повторяться. Один литр кефир и один литр э, кефир 3,2%, да, жирности. И вот, например, один килограмм крупы гречневой и так далее. Но так мы понимаем просто, что вот есть кефир обезжиренный. Он измеряется в литрах, количество в упаковке. Один литр в упаковке. И поставщик его – это молокозавод номер два. И, наконец, таблица движения товаров. Самое сложное и непонятное, если на нее сходу взглянуть. Но артикул – это, по всей видимости, артикул из таблицы товар. А ID магазина – это, по всей видимости, ID магазина из таблицы магазин. Время – это когда операция произошла. ID операции — это номер операции, он здесь является уникальным, то есть ключевое поле. Да, то же самое. Что произошло? Поступление в магазин или продажа из магазина, соответственно, цена и количество упаковок. То есть давай поймем, что произошло, например, вот в этой строчке. Операция номер 5, 11 января 2022 года в магазине М1, то есть вот в этом магазине по адресу проспект Мира 45, артикул 9, то есть это товар номер 9, сметана 15-процентная, Поступило в этот магазин 180 штук в упаковке. Каждая упаковка это 0,3 литра. Ну и, соответственно, по цене 50 рублей за штуку. И тут же была продана тоже по цене 50 рублей за штуку. Вот тут не обращайте внимания, в смысле, поступило по, по цене 50 рублей и продано по цене 50 рублей. Вы такие, о, где прибыль? Да, прибыли нет, но это неважно, в смысле, это не то, по какой цене магазин купил. Это то, по какой цене магазин учитывает поступление данного товара. Ну, то есть, грубо говоря. Um, в магазин приходит 180 упаковок, и магазину на баланс поступило 180 единиц по цене 50 рублей. Это сейчас уже не относится к задаче, просто я вам рассказываю факт некоторый. Эм, типа, если, например, потом этих 180 упаковок не досчитаются, кто-то их своровал, продавец или там покупатели, или там 10 упаковок пропало, да, мы можем считать, что это как будто 500 рублей пропало. Типа, могли бы продать эти 10 упаковок по 50 рублей и получить 500 рублей, но не продали. Грубо говоря, если продавец своровал 10 упаковок, это будет потом доказано, то продавцу из зарплаты вычтут как раз 500 рублей. То есть это просто, чтобы понимать, сколько у этого магазина товарный остаток в общей Стоимости в рублях. Так что это не про то, что магазин купил по цене 50 рублей сметану, а потом продал по цене 50 рублей. Кстати, не сметану. Я неправильно сказал, когда поступление и продажа 50, тут же сметана была поступила, а продано-то было что-то другое в количестве тоже 180 упаковок. Продано было кефир обезжиренный. Ну, в общем, неважно, если бы даже это была сметана. В смысле, очень часто такое бывает в третьей задаче. Не пугайтесь этого. Изучили таблицы, поняли, как они устроены. Теперь читаем задачу. Насколько изменилось количество упаковок сарделек в магазинах района Заречный за период с 9 по 20? Магазин. Разные районы. Надо выбрать отсюда Заречный. Как это сделать? Фильтр. Редактирование. Сортировка и фильтр. Фильтр. Вот здесь он живет. Или нажимаем Ctrl-Shift-L на клавиатуре. У нас появляется фильтр. Фильтр — это вот такие вот треугольнички около заголовков. Открываем в район фильтр и выбираем там заречные из выпадающего списка. У нас скрываются те строки, которые нам не нужны, остаются только строки с заречным. Запоминаем 3, 9, 11, 14. Что мы сейчас с этим будем делать? В движении товаров нажимаем Ctrl-Shift-L, появляется фильтр. ID магазина, помните еще? 3, 9, 11, 14. 11 и 14 я вижу, потому что они отсортированы как строки, а не как числа. То есть M1.0 идет сразу после M1, потому что, ну, тут тоже единичка, да? 3, 9, 11 и 14. Готово. Это я выбрал только магазины района Заречный. Сардельки нас интересуют. Как искать сардельки? Можно просто глазами быстро их найти. Можно Ctrl-F, поиск, сардельки. Опачки, найдены сардельки. Давайте, чтобы их не потерять, я выделю вот здесь желтеньким, чтобы в следующий раз глазами их найти, если надо будет. 56 их артикул. Поэтому мы выбираем из всего выпадающего поля артикул 56. Мне неохота скроллить вниз, поэтому я в поиск напишу 56. Они автоматически выделяются. Все, это магазин района Заречный, это сардельки. Насколько изменилось? За период с 9 по 20 января. Открываем время. У нас тут есть январь, но есть лишние даты. Например, 7 января нас не интересует. С 9 по 20, значит, 21, 25, 26, 29 тоже не интересует. Чисто 10 и 20. Ну и мы видим, что поступило 180 упаковок, а потом еще поступило 180 упаковок. Тут даже можно не думать, просто сложить вот эти два числа. Вот их сумма 360. Соответственно, ответ на 360. Давайте сразу сверяться с ответами. Действительно 360. Супер. Поехали дальше. Задача номер два. Мы не читаем условия. Мы вместо этого читаем только последний этот кусок. Сколько килограмм фунчозы было продано, бла-бла-бла. Закрываем первую Excel. -ку. Открываем вторую. Сколько килограмм фунчоза было продано в магазинах Первомайского района за период с 1 по 15 января? Первомайский. Ctrl-Shift-L, фильтр, открываем Первомайский. Так, 2, 4, 7, 8, 12. Ctrl-Shift-L, 2, 4, 7, 8, 12. 2, так надо убрать выделение всех. И здесь проставить. 2, 4... 7-8, я забыл все. 2, 4, 7, 8. 12, 13, 16. Добавим еще 12, 13 и 16. Готово. Магазины Первомайского района выделены. Фунчоза теперь нам нужно. Так, Ctrl-F, Фунчоза. Такое есть, 32. Давайте выделим ее желтеньким. Артикул 32 я выбираю из общего списка. Далее. Первомайский район. С 1 по 15 января включительно. Значит, время надо с 1 по 15. Давайте уберем выделение всего января. И так, 7, 8 подходит, 12, 14, 15 тоже включительно. Остальные не подходят. Так, у нас очень сильно уменьшилась э, таблица. Нас спрашивают, было продано. Следовательно, нас не интересует поступление, нас интересует только продажа. Убираем поступление. Сколько килограммов было продано? Вот количество упаковок, выделяем. Сумма 397, наверное, это ответ. Нет. Дело в том, что надо посмотреть обратно в таблицу товар и увидеть, что фунчоза идет по 0,5 килограмм в упаковке. Это очень специальная такая ловушка для того, чтобы вас на этом подлавливать. 0,5 килограмм в упаковке означает, что нам нужно 397 упаковок умножить на 0,5 в каждой. Мы это сделаем прямо здесь в Excel. 397 умножить на 0,5 что с тобой не так. А, запятая вместо точки, конечно. 198 с половиной. Задача написана только целую часть, поэтому мы пишем ответ 198. Я выделю его желтеньким специально для красоты. Это ответ на задачу. Сверимся. Вторая задача. 198. Правильно. Супер. Идем дальше. Задача номер три. Читаем только вот эту часть. Так, сначала закроем таблицу, откроем новую таблицу для третьей задачи. Ну и, собственно, исследуем ее От M1 до M16 Магазин, товар, движение товара Все по классике Теперь читаем условия Так, что там? Бурый рис У нас прям сразу выделен бурый рис Удивительное совпадение 23 Артикул Ctrl-Shift-L Выделяем фильтр 23 Лень искать, поэтому вот так 23, готово Бурый рис Октябрьский район Ctrl-Shift-L, выбираем район Октябрьский, как видите, все это довольно быстрый процесс. 1, 5, 6, 10, 15. 1, 5, 6, 10, 15. Пятого даже нет, то есть пятый магазин не участвовал в продаже бурого риса. С 1 по 15 января включительно. Соответственно, с 1 и по 15, значит, все вот это вот дальше мы убираем. Мне лениво кликать мышкой, поэтому я буду использовать трюк с стрелочками и пробелом. Вниз я буду двигаться вверх-вниз. Пробел — это снять или поставить флажок. Все, с 1 по 15 включительно выбрали. Дальше, что нам надо было делать еще раз? Насколько увеличилось? То есть нас интересует и сколько прибыло, и сколько было продано за это время. Так, выбираем сначала только поступление и видим все упаковки. Их 1240. Запишем это число сюда, чтобы не забыть. А теперь выбираем здесь только продажу. Все остальные фильтры не сбрасываются. Продано было 302 упаковки. Нас интересует в упаковках или в килограммах? В упаковках. Соответственно, ответ на задачу ⁇ это разница между вот этими двумя числами. То есть H1 минус I1. Ответ 938. На 938 упаковок увеличилось. Это третья задача. Проверяем ответ. Действительно 938. Огонь. Поехали дальше. Задача номер 4. Условия мы опять скипаем. Насколько изменилось количество упаковок овсяного молока? Нам нужно открыть четвертую табличку. Овсяное. Не здесь. Вот здесь овсяное. Молоко овсяное. Здорово, найдено. Артикул у него 12. Движение товаров. Ctrl-Shift-L в любой точке. 12, соответственно. Артикул 12. Что еще там надо было? В магазинах Первомайского района с 1 по 10. Первомайский. Надо выбрать с помощью фильтра район Первомайский. 2478. 2478. 12, 13, 16. Выбираем 12, 13 и 16. С 1 по 10 января включительно еще, я помню. Соответственно, мы должны Выбрать дату, которая только с 1 по 10 января. Что-то он не распарсил их как даты. Интересно даже. А может быть мы выделим и формат ячеек сделаем? Ладно, без разницы. На самом деле не будем на это время тратить. С 1 по 10 включительно, значит, все вот эти не подходят. Короче, убираем выделение всех и ставим только вот эти три. Действительно же там остальные позже, правильно? Да, 1, 6, 9 января. Так, ну у нас тут только три поступления. Нам надо что? Опять как изменилось количество упаковок? Но раз мы видим только поступление, значит просто сумма всех этих трех чисел, это и есть ответ 520. То есть ответ на задачу 520. Давайте проверим. Четвертая задача. Действительно 520. Супер, все совпало. Поехали дальше. Задача номер 5. Так. Закрываем табличку опять. Открываем для пятой задачи табличку. Та же самая табличка, магазины, товары и так далее. Самая классическая задача. Насколько увеличилось количество упаковок яиц диетических? То есть нам нужны яйца диетические. Поехали. Опа, яйцо что ли? Да, яйцо диетическое. Штуки 10 и так далее. 15 артикул. Поехали. Ctrl-Shift-L, артикул 15 выбираем. Яйцо диетическое выбрано. Теперь... ID магазина, какой нам нужен, Заречный район, Ctrl-Shift-L, появляется фильтр, выбираем район Заречный, 3, 9, 11, 14. Выбираем магазины, 3, 9, 11, 14. 3, 9, 11 и 14. Выбрали. С 1 по 8 включительно, у нас тут есть 4, 8 и лишние две даты. Убрали их наличие магазинов магазинах Заречного района и так далее. Насколько увеличилось. То есть нас интересует поступление минус продажа. Все, что приехало минус все, что было продано. Выбираем количество упаковок, да, 1070. Это к нам приехало. Теперь я специально пишу именно в первой строке, потому что остальные строки фильтруются. Видите, я почти все строки убрал. Осталась строка номер 1318, 1324. Ну, типа, а первая строчка всегда остается закрепленной. Сколько было всего продано упаковок? Ноль в последней строке. Что зачем такое вообще вносить? Ладно, 418. Нас в упаковках интересует, да, количество упаковок. Соответственно, ответ на задачу. Это разница между H1 и I1 это 652. 652 это ответ. Опа, неправильно. А в какую задачу мы решаем? Пятую же, да? Пятую. А что, почему не получилось? У меня интересно. Я что-то где-то, значит, прошляпил. Сейчас разберемся. Давайте попробуем в лайве разбираться. Не буду на паузу ставить, буду вместо этого прям при вас разбираться, где я допустил ошибку. Целенаправленно так, чтобы вы могли тоже разобраться с типичными ошибками. Возможно, это будет ошибка в задаче. Сразу предупреждаю, да? Не факт, что это у меня ошибка, и не факт, что я ее найду, насколько увеличилось количество имеющихся в наличии в магазинах Заречного района с 1 по 8 включительно. Давайте еще раз. Магазины Заречного района. 3, 9, 11, 14. Я правда выбрал 3, 9, 11 и 14? 11, 14, 3 и 9. Да. Дальше. Яйцо диетическое. Может, тут есть еще яйца диетические какие-нибудь? Давайте диетич искать. Нет, только одно находится, и это артикул номер 15. Я выбрал артикул номер 15, и, собственно, окей. Теперь по поводу даты. Давайте еще раз. Давайте уберем фильтр на поступление продажу, чтобы оно не сбивало мне даты. Я ищу с 1 по 8 июня включительно. Правильно? Правильно. Заречный район. То есть с даты я не ошибся. Давайте еще раз полностью тогда берем, сколько нам поступило упаковок: 180, 170 и так далее. Выбрали все. 1070. Теперь смотрим еще раз, сколько было продано упаковок. Выбираем тип операции продажа. 108, 76, тоже в те же самые даты, те же самые магазины, все такое. 418. 1070 поступило, 418 было продано. Разница между этими двумя числами 652. Ну, я вроде как прав. Я вроде как прав. Значит, это ответы неправы. Тогда я поставлю сейчас запись на паузу и буду разбираться, что это такое. Может быть, кого-то придется съесть. Все, все, кто надо, были съедены. А мы с вами продолжаем. Задача номер 5 решена. 652 ⁇ это правильный ответ у меня. А мы решаем задачу номер 6. Открываем в табличке. И, значит, сам текст задачи. Олимпиады. Сколько призеров мартовских олимпиад, проходящих в пункте проведения Ш с однозначным числом победителей не считаются призерами? Соответственно... Таблица, список олимпиад, олимпиадки, участники, баллы, которые они набрали и так далее, адреса, заголовок таблицы, бла-бла-бла-бла-бла. Так, однозначным числом мне вот совсем немножко непонятно это условие, что это могло бы означать однозначность числа. Может это номер э, самого олимпиадника, типа должен быть однозначным, а не двузначным? А, пункты проведения. Ш с однозначным числом. Я в таблицу забыл посмотреть, как обычно, поэтому условия мне непонятны. Вот, например, Ш 1155 и так далее. Меня не интересует, меня интересуют только пункты проведения Ш с однозначным числом. Если бы я заглянул в табличку, я бы увидел, что место проведения просто с буквой Ш не бывает. Бывает Ш с каким-то числом. Так, окей, список олимпиад. Я сразу его фильтрую, Ctrl-Shift, L. Выбираю место проведения только Ш с однозначным числом. Их много, поэтому я буду снова использовать стрелки и пробел. Так, 10, убираем, 11, убираем, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. А 99 не выбираю. Все, пункты проведения выбраны. Призеров мартовских олимпиад. Нам нужна дата проведения значит, в марте. Так, убираем все. Выбираем только март. И здесь убираем все, потому что только ноябрь вообще. Все, выбрали только март. Победителей не считаем призерами. Окей. Okay. Нам надо найти количество призеров. У нас есть проходной балл на призера. У нас есть проходной балл на победителя у каждой Олимпиады. И у нас есть все участники, которые написано, сколько они набрали, в какой Олимпиаде. Типа вот уч участник э, номер 58 участвовал в Олимпиаде номер один, набрал какой-то там балл. В общем, сейчас будем, получается, мы понимать по э, проходным баллам по каждой Олимпиаде. Мы должны понять, сколько у нас всего призеров у этой Олимпиады. Тут интересный вопрос, меняется ли в зависимости от даты проведения Олимпиады ее проходной балл. Смотрите, у H4 проходной балл на призер победителя 95-97, а вот у H4... Проходной балл на призеры и победителя уже 95-99. Так что да, меняется. Но и айдишник тоже меняется. А, я почему-то пункт проведения взял. Так, давайте тогда по-другому смотреть. Айди Олимпиады 1, у нее проходные баллы 95-99. Здесь тоже ID Олимпиады 1, и у нее тоже 95-99. И здесь айди Олимпиады 1, 95-99. То есть ID Олимпиады однозначно соотнесен с проходным баллом на призеры и на победителя. Соответственно, нам нужны вот эти столбцы. А, Е, Ф, то есть Олимпиада и проходной балл победителей и призера. Так, давайте мы с вами сделаем так. Скопируем сейчас всю эту отфильтрованную таблицу. Она вставится уже без пропущенных строк. И удалим все столбцы, которые нам не нужны. Я кликаю B, C, количество участников меня не волнует, и количество заданий. Удалить. Все эти столбцы удалены, все остальное смещено вниз. У нас у каждой Олимпиады есть проходной балл на победителей и на призера. Давайте для красоты еще отсортируем этот диапазон редактирование, сортировка и фильтр, сортировка, настраиваемая, сортировать по ID Олимпиады по возрастанию, весь диапазон. Ну и мы видим, что у первой Олимпиады действительно полностью всегда одинаковые проходные, у второй одинаковые и так далее. Значит, нам надо удалить дубликаты, чтобы она нам не мешалась просто. Это делается во вкладке «Данные», «Работа с данными», «Удалить дубликаты». Дубликаты по всем трем, да, удаляем. У нас остается только четыре Олимпиады, вот такие у них проходные баллы. Ну, мы эту таблицу для помощи себе сейчас э, скопируем и вставим на лист участники. Чтобы понять, является ли каждый участник призером, мы просто используем формулу. А, например, сейчас, чтобы не использовать какие-то страшные формулы, типа там ВПР или что-нибудь такое, которая будет подтягивать нам по ID Олимпиады баллы сюда, мы можем вместо этого... Там, ВПР или сум, если мы можем сейчас вместо этого воспользоваться более муторным, длительным способом, но зато ручками, не используя страшных формул, вдруг ты их боишься. И мы их в любом случае сегодня пройдем, но пока нет. Я, во-первых, выберу только Олимпиады с номерами 1, 2, 6, 8. Во-вторых, на самом деле, я выберу просто только первую Олимпиаду. Для первой Олимпиады проходные баллы на призеры и победители 95 и 99. Формула, которую я вставлю для первой Олимпиады, это если. Одновременно его балл, то есть и, да, два условия сразу. Балл этого ученика, c2, больше либо равно проходного, 95. И при этом c2 меньше либо равно 99, вернее строго меньше, чтобы он не становился случайно победителем. Тогда ставим единичку, иначе ставим нолик. Эта единичка будет означать, да, он призер. Нолик означает, нет, он не призер. У него 90 баллов, так что он не призер. Надо было набрать 95. Вставляем это во все вот эти вот ячейки. Это фильтрованная первая Олимпиада и видим, что у нее два призера. Вот этот вот отметился ноликом, потому что он не призер, он победитель. Слишком крутой, у него слишком много баллов, поэтому он в этом условии и сломал второе условие про то, что меньше, чем 99, потому что у него баллов 100. Супер, с первой мы решили. Теперь давайте решим со следующей Олимпиадой. Выделить все, чтобы у нас не фильтровались Олимпиады. У второй 550-555. Фильтруем Олимпиаду. Нас интересует вторая Олимпиада 550, 555. Ну, тут на самом деле ручками можно проставить. А 550-555 мы видим, что никто из них не попал в призеров. Так что просто нолики здесь поставлю. И все, и не будем тут формулу какую-то выписывать. Так быстрее. Шестая Олимпиада 95, 97. Идея Олимпиады 6. 95, 97. Тут тоже кажется ручками быстрее проставить, да? Кто попал в 95-97? Попал, не попал, 95, 90 слишком много, не попал, не попал, не попал. Ну и, соответственно, один призер, правильно? Даже реально быстрее, чем формула. Вот это, да, вот это метод решения задачи. Сам не ожидал. Восьмая, 195-200. Выбираем восьмую. И кто попал в 195-200, никто не попал. До свидания, ребята. Никто не попал. Теперь снова смотрим, какие у нас олимпиады 1, 2, 6, 8. Выбираем только их 1, 2, 6 и 8. Как видите, обошлись без каких-то формул типа ВПР. И везде у нас тут проставлены числа. Где-то формулками, где-то ручками. Выбираем эти числа. Сумма 3. Получается у нас всего 3 призера. Сколько призеров мартовских олимпиад, проходящих в пунктах проведения Ш с однозначным числом? Ответ 3. Так, это была какая задача номер 6? Давайте сверять с ответом. 6, 3. Супер, здесь ответ совпал. Пятый ответ неправильный, мы его поправим в файлике. Идем дальше. Задача номер 7. Максимальное количество зарегистрированных участников на Олимпиады в районе Новый. Ну, давайте откроем. Задание номер 7. Максимальное количество зарегистрированных участников на Олимпиады в районе Новый. Так, окей, сразу, значит, адреса фильтруем, можно не думать, район выбираем новый. 3, 6, 8, 11. Ну и где-нибудь здесь надо 3, 6, 8, 11 тоже фильтрануть. Так, 3, 6, 8, 11. Максимальное количество. Оффлайн формат, то есть формат проведения офлайн. Букву F надо, конечно, две было бы написать. Ну да ладно, как составили, так и составили. Может, там люди писали э, на регистрации, плохо понимающие весь этот новый молодежный сленг Онлайн, офлайн, там просто написали, как написали Офлайн формат, рейтинг больше 80 Рейтинг Олимпиады больше 80 Тут можно применить числовой фильтр, чтобы не тыкать пальцем неподходящее И выбрать больше, написать больше 80 Так, Отлично Количество зарегистрированных участников у нас есть, а нам надо максимально из них просто выбрать. Кажется, что ответ это максимум вот из этого диапазона. Внизу у нас показывает среднее количество и сумма, но мы можем через правую кнопку еще попросить максимум. А можем просто скопировать этот диапазон, вставить какое-нибудь другое место и тут написать максимум из столбца А уже. Так быстрее всего, кажется. Вот, ну и сейчас он тоже выбирает максимум. Почему здесь нельзя писать максимум из столбца D? Потому что в столбец D, кроме... Тех, которых мы видим, входит еще много отфильтрованных ячеек. Даже если я напишу D20 d100, <coughs> то я все равно получу все ячейки от 20 до 100. Смотри, 498. У нас такого числа даже нет в этом списке, потому что оно спрятано. Оно все еще есть в этой таблице, просто оно отфильтровано. Так что такое не годится. Но зато можно вообще в принципе просто глазами посмотреть чисел мало. 333 это ответ на задачу номер 7. Сверимся с ответом: 333. Так, седьмая задача, 448. Ага, опять не совпадение. Вот сейчас я уже нажму на паузу и попробую сам разобраться. Возможно, это все-таки у меня уже немножко глаз замылился. Все-таки быстро подряд решая несколько задач. Я очень быстро нашел эту ошибку, у меня буквально минута ушла. А, нет, я ошибся. Тут весь прикол, короче, в чем? В том, что данные, которые я отфильтровал, это не для разных Олимпиад. Я это заметил слишком поздно и допустил ошибку, да. Эм, потому что вот смотрите, седьмая Олимпиада здесь три раза присутствует. По хорошему эти данные надо было куда-нибудь отдельно скопировать и для каждого номера сложить все. Вот, то есть эм, нам надо, так давайте только с заголовком вместе, а то я неправильно скопировал. Давайте скопируем на отдельный лист, здесь вставим вот так вот. И нас, короче, интересует количество зарегистрированных регистрированных участников на каждую олимпиаду, но при этом нас интересует э, для одной и той же олимпиады всех участников сложить, потому что на седьмую олимпиаду регистрировалось много разных участников, как видите. Ну, на самом деле только для седьмой олимпиады актуально, поэтому опять можно просто ручками пробежаться и вот эти три часа сложить и вместо ответа написать 619 здесь, типа 619 как э, для седьмой олимпиады. Вот, то есть просто одну седьмую Олимпиаду заменить на 619, а остальные просто удалить и не париться. Вот. И из всех этих выбрать максимум. Но можно вместо этого использовать формулу сум если. Как она работает? Эм, смотрите, у нас все Олимпиады общим списком даны здесь. Если я их скопирую и вставлю сюда, и здесь напишу данные, работа с данными, удалить дубликаты из этого столбца, удалили повторяющиеся значения, остались Олимпиады все по одному разу. А сюда я напишу формулу, которая для каждой ID Олимпиады просуммирует из диапазона А будет искать число 7, а потом 3, а потом 6, а потом 8. Я поставлю формулу H2, типа чтобы семерку искать. И диапазон суммирования будет количество зарегистрированных участников. Что эта формула делает? Она из столбца D суммирует все числа, напротив которых в столбце А написано то же самое, что в ячейке H2. 619. Если я эту формулу скопирую вниз, то поскольку у меня столбец А и D при копировании вниз все еще остаются столбцами А и D, ничего не поменяется. Только H2 поменяется на H3. Таким образом, я буду по этой формуле уже считать количество троек вот здесь и напротив каждой тройки суммировать. Поскольку тройка одна, там одно число, ответ 307. Вот мы для каждой Олимпиады знаем общее число зарегистрированных участников. Очень удобная формула, на самом деле, для таких целей. И тогда ответ, конечно, 619. Сверимся еще раз, потому что я не помню, какой там был правильный. Задача номер 7, 619. Да что ж такое-то? Что-то не складывается у меня сегодня. Чтобы не отнимать ваше время на поиск этой ошибки, я поставлю снова на паузу. Так, комментарий для монтажера. А с прошлой паузы, там, где я нашел ответ 333 и увидел, что он не совпадает с ответом в файлике, начал искать. Начал давать там какой-то. Там, вот через сумму, если вот это. Вот это все короче. Через сум, если всю эту дичь надо вырезать, потому что 333 правильный ответ. Олимпиады на самом деле разные, в разные даты проводились. И это у нас в файлике неправильный ответ. Соответственно, сейчас я отыграю после паузы после первой паузы типа так я разобрался Ответ правильный все-таки у меня. 333 – это максимальное количество зарегистрированных участников. Вот у нас тут есть Олимпиады. Несмотря на то, что у них ID совпадают, даты проведения разные, разные регистрирующиеся участники, разные рейтинги у этих Олимпиад в разные даты и так далее. Так что максимум – это 333. Соответственно, все фильтры все-все-все перепроверил. Оффлайн, рейтинг Олимпиады, ID место и так далее. 333 – это ответ. Максимальное количество зарегистрированных участников – 333. В файлике ответ поправим. Это неправильный у нас ответ. Идем дальше. Задача номер 8. Сколько победителей Олимпиад, проходящих в районе Заречный? Закрываем excel старую, открываем восьмую. Так, район Заречный нам нужен. Давайте сразу Ctrl-Shift-L, фильтр, район, выбираем Заречный. 2, 8, 10, 99. Я очень рад, на самом деле, что эти ошибки обнаруживаются у нас вот на препродакшене здесь, на записи роликов, и вы их практически не чувствуете. Так, 2.8, 10.99. Так, куча, значит, олимпиад выбрана. Дальше нам нужно что из этих олимпиад выбирать? Победителей в районе Заречный. Так, ну вот у нас есть много олимпиад. Дат никаких нет, просто победитель надо определить. Соответственно, все эти олимпиады, их айдишники и проходные баллы победителей нас интересуют. Давайте мы это все дело скопируем на отдельный диапазон. Зачем я опять без заголовка скопировал на отдельный лист, в смысле, чтобы отфильтрованные нам не мешали. Здесь без фильтра уже видите ровно только эти олимпиады выбраны. Удалим дату проведения, айди место проведения, количество участников и количество заданий как ненужные нам столбцы. В этих столбцах удалим дубликаты, как видите шестая олимпиада здесь несколько раз продублирована с одинаковыми проходными баллами. Данные Работа с данными, удалить дубликаты Бах, готово, удалены дубликаты, остались только те олимпиады, по которым у нас есть проходные баллы для призеров-победителей Нас не интересует на самом деле проходной балл призера, нас интересует идея олимпиады и проходной балл победителя Так, давайте этот э, лист назовем как-нибудь, например, лист баллы будет и вот сейчас нам придется, кажется, использовать формулу, потому что больно уж много олимпиад, я не буду сейчас для каждой олимпиады по отдельности участника фильтровать, да, там, э, по ID олимпиады, проверять, проходил он или нет, придется просто формулу написать. Давайте проходные баллы для каждой олимпиады подтянем. Так, э, для каждой олимпиады мы подтянем проходной балл ее. Для этого я использую формулу, например, «ВПР». Можно было на самом деле использовать сум если, но попытка, ну как бы вы уже знаете, как работает сум если, да, по прошлым задачам. Она суммирует все, что соответствует определенному значению. То есть, если бы я, например, суммировал из столбца баллов все, что соответствует числу 1, то поскольку число 1 у нас здесь один раз, оно бы как раз подтянуло 99. Давайте я покажу это на самом деле, как через сум если это сделать. Потом покажу, как через VPR. Сум если я буду суммировать, проверять диапазон буду в столбце баллы, то есть в табличке баллы. Вот этот диапазон буду проверять. Сумм если баллы А2 А9. Но чтобы при копировании оно не сбивалось, я просто на самом деле поставлю весь столбец А баллы АА. Критерий, по которому я буду проверять, находится в столбце участники, и я буду проверять балл соответствующего участника. Здесь уже именно С2, чтобы при копировании оно превратилось в С3, С4 и так далее. И диапазон суммирования это, собственно, баллы, которые набирает победитель. Если я сейчас закрою скобку и нажму Enter, он нашел проходной балл 0. Очень жаль. А почему? Так, он ищет э, балл А. Я, не балл нужно искать, а олимпиаду. Я ошибся. Участники А2. 99. Когда мы копируем, мы находим балл для каждой олимпиады. Как видите, для седьмой олимпиады он подтягивает балл 360. Он заходит в таблицу баллы находит все семерки здесь, она тут одна, и суммирует вот из этого столбца все, что напротив семерок. Поскольку семерка одна, он только число 360 берет, и все. Соответственно, мы копируем вот эту ячейку, Вставляем на весь диапазон, получаем баллы для каждой Олимпиады. Для некоторых Олимпиад получается 0. Почему? Потому что Олимпиада номер 9 вообще не встретилась в, том, в той подборке. Но нас это, собственно, и не волнует. Потому что нули эти как бы они идут в минус. Мы сейчас отфильтруем только подходящие нам Олимпиады, и как раз этих нулей не будет. Вот. Это как через сумму, если добыть соответствующие баллы. Теперь давайте через ВПР. Что такое ВПР? ВПР это вертикальный поиск. Делает оно ровно то, что мы только что сделали через сумму, если то есть находит соответствующее значение в соответствующей таблице. Значение, которое нам надо найти А2, таблица, в которой мы будем искать, это баллы. Вот это вся таблица. Опять А1, Б9 кажется, будет сбиваться при копировании. Поэтому давайте напишем А, двоеточие Б. То есть вся таблица, столбец от А до Б. Или можно было написать от А1 с долларом единичку, чтобы при копировании вверх-вниз оно не сбивалось. До B доллар 9. Чтобы оно не слишком много перебирало значение. Оно же по всему столбцу пойдет, даже по пустым, и будет, возможно, очень долго работать. Номер столбца при этом, который мне надо подтягивать, если оно в этой таблице что-нибудь нашло, второй. То есть проходной балл победитель. Столбцы нумеруются слева направо, 1, 2, 3 и так далее. Интервальный просмотр надо поставить либо ложь, что означает точное совпадение. Видите, у меня подсказка приблизительное совпадение или точное совпадение. Либо 0, что означает как раз ложь, по сути. 99. Ну и все, вот эта формула вставляется на весь диапазон. Она вставила ND там, где она не нашла соответствующую э, табличку. Фильтруем. Можно фильтровать все олимпиады, подходящие выбрать, а можно похитрее поступить и отфильтровать все, кроме ND. Останутся только те олимпиады, для которых нашелся проходной балл Это как раз то, что нам надо И нам надо победителей найти Количество победителей Давайте проверим Победитель он или нет? Как это проверить? Если c2, балл, который он набрал, больше, чем e2, то да, победитель Только больше либо равно Тогда единичку, иначе нолик Обычная формула если Три кусочка Если условие выполнено, то ставит второе Второй кусочек, иначе третий все через точку с запятой. Этот не является победителем. Копируем. Я сейчас с помощью Ctrl вниз добежал до самого низа таблицы. Скопировал. Ctrl вниз. Вправо. Shift. Ctrl вверх. Я выделяю весь диапазон. Ctrl V нажимаю. Получаю кучу единичек и ноликов. Количество победителей. Это я опять Shift. Ctrl вниз сделал. Это сумма всего этого диапазона. То есть 7. 7 единичек у нас тут. Ответ на восьмую задачу. 7 победителей Олимпиад в районе Заречный. Правильный ответ. Совпал. Решаем дальше задача номер 9. Задача номер 9. Скроллим все условия, сколько в среднем за час заработали наблюдатели. Давайте откроем табличку. У нас там наблюдатели зарабатывают за час деньги. Задача номер 9. Так, список наблюдателей адреса, которые работали в районе заполярный. Поехали, Ctrl-Shift-L, выбираем район заполярный. 1, 7, 10, 14. Олимпиады, наблюдатели. А олимпиады, Олимпиада, иди наблюдатели по часовой. Так, видимо, нам нужно Олимпиады выбрать. Еще раз. 1, 7, 10, 14. Ctrl, Shift, L. Места только 1, 7, 10 и 14. 1, 7, 10 и 14. Супер. Так, хорошо в среднем за час заработали наблюдатели, которые работали за полярный. Онлайн формат рейтинг больше 80. Формат проведения выбираем онлайн. Рейтинг Олимпиады выбираем больше 80. Числовые фильтры больше 80. Ну, мы понимаем, что только три Олимпиады, 5, 9 и 8. Соответственно, выбираем здесь через фильтр Олимпиады 5, 9 и 8. 5, 8, 9. Правильный номер олимпиад? Да, 5, 8, 9. Вот наблюдатели, вот их ID и почасовая оплата. Соответственно, мы видим, какие наблюдатели на каких Олимпиадах работали, какая в среднем почасовая оплата. То есть среднее значение всех вот этих вот почасовых оплат нас интересует. Среднее 309,71. Ответ записать только целую часть числа, поэтому ответ 309. 309 это средняя почасовая оплата наблюдателей здесь. Это задача номер 9. 309, ответ совпал. Идем дальше, решаем задачу номер 10. Задача номер 10. Сколько в среднем за час опять наблюдателей на районе Октябрьский? Давайте откроем десятую задачу. Давайте посмотрим адреса, сколько там нам надо. Октябрьский рейтинг не более 80.

формат проведения, выбираем онлайн. Все условия надо учесть, аккуратненько прокликать. В среднем за час, который наблюдатели, бла-бла-бла. Вот такие олимпиадки у нас были. В онлайн формате рейтинг не более 80, места такие. 5, 10, 1, 4, 1, 3, 1. Что-то у нас много повторов, поэтому давайте на отдельном листе удалим повторы. Па -бам. Так, то есть у нас два повтора, это единичка была. Короче, 1, 3, 4, 5, 10. Выбираем ID Олимпиады. 1, 3, 4, 5, 10. 1, 3, 4, 5, 10. Оба. Все наблюдатели выбраны. Их средняя почасовая плата. Выделяем этот диапазон. Смотрим. 272,88. Целую часть. Соответственно, ответ 272. Целая часть. Давайте я его выделю желтеньким красивенько. И мы сверим правильность. 272 в десятой задаче. Это правильный ответ. Совпал. Идем дальше. Задача номер 11. Используя информацию, бла-бла-бла. Самый дорогой альбом группы нирван Кажется, мы закончили с Олимпиадами и пошли по альбомам разных групп. Ну что ж, окей, хорошо. Одиннадцатая задача. Открываем табличку. Что у нас там? Да, включить содержимое. Пусть будет подключение к внешним данным. Эм, что у нас тут? Самый дорогой альбом группы Nirvana. А как у нас тут все вообще устроено? Альбомы ID альбома, ID исполнителя, артисты, треки, жанры. Ну, жанры нас не волнуют. Треки, видимо, тут стоимость, да? Стоимость каждого отдельного трека. А стоимость альбома, как понимать? Видимо, стоимость альбома – это суммарная стоимость всех треков, правильно? Даже несмотря на то, что это не написано в условии. Но в целом и не важно. Мы понимаем, что целый альбом – это все треки в сумме. Очевидно. А нам нужно выбрать Нирвану. Ctrl-F – Нирвана. Так, Нирвана у нас тут есть. Smells Like Teen Spirit. Выбираем, значит, 110-й альбом. Исполнитель номер 110. Не хочется. Давайте через фильтр. Соответственно, вот у нас два альбома. 163, 164. 163, 164. Треки. Фильтруем из альбомов. 163, 164. Так, 163, выберем это. И 164 выберем рядом с ним. Эм, к сожалению, через вот работает только выбор одного числа. 163, 164. Хотя в целом, кажется, надо сначала отдельно 163 альбом проанализировать, потом отдельно 164. Давайте-ка так и сделаем. Куча треков из этого альбома. Значит, мы выбираем вот это все и кайфуем. Сумма 2056. Давайте напишем это число. Самый дорогой, правильно? Да, самый дорогой. Сколько рублей стоит самый дорогой альбом? 2056 рублей. Теперь выбираем альбом. Кстати, вот Smells Like Teen Spirit. 164. И мы выбираем вот это все. И сумма 1387. Ну, по всей видимости, ответ 2056, он самый дорогой. 1387 явно не самый дорогой. 2056, проверяем, 11 задача, 2056, совпало. Супер. Задача номер 12. Так, сейчас я прервусь чуть-чуть. Едем дальше. Самый наибольший по размеру, сколько мегабайт, Led Zeppelin? Соответственно, нам нужна задача номер 12. Нет, мимо. Вот она. 11 надо убить. Про группы альбомы. Количество песен. А точно 12 нет? Нет, я случайно в тринадцатую прыгнул. Вот, все, двенадцатая задача. Определите значение количества песен на альбомах, которые были выпущены группами после того, как группе исполнилось 10 лет. Уф, а как это сделать? Год издания, количество песен. Год основания. Нам надо, чтобы группе уже исполнилось 10 лет к моменту. Мы знаем ID группы. Нам нужно знать год основания группы. Давайте я нажму «Вставить», и появится тут вот такая штука. Давайте год основания. Год основания групп. А, ну и нам надо, получается, эту штуку подтягивать из группы. Но мы уже знаем и ВПР, и суммы, если предлагаю ВПР. ID группы C2. Будем искать в таблице всех групп. Это вот отсюда. Вот до сюда. Давайте зафиксируем долларами номера, чтобы при копировании оно не съезжало. Номер столбца, который мне нужен. Раз, два, три. Третий столбец. Интервальный просмотр. False. То есть 0. 1997. Проверим. Группа номер один. Действительно основана в 1997 году. Супер. Формула сработала. Ctrl. C, Ctrl вниз, Ctrl Shift вверх, Ctrl V. Мы знаем теперь для каждой группы ее год основания. Давайте проверим, прошло ли 10 лет. Если год издания E2 больше либо равно, чем ID основания группы плюс 10? То да, иначе нет. Не прошло. А где-то прошло. Так, после того, как группам исполнилось 10 лет. Если выпуск альбома и десятилетия случились в один год, то этот альбом нужно учитывать. Так что я правильно написал знак именно больше либо равно, а не больше. Соответственно, нам нужно отфильтровать теперь по прошло ли 10 лет и выбрать только единички. То есть только для тех групп, в которых 10 лет уже исполнилось группе на момент записи. И нам нужно среднее значение количества песен на этих альбомах. То есть вот из этого набора чисел выбрать ли среднее. Среднее 13,58 целая часть, то есть 13. В среднем 13 песен. Ответ на задачу 13. Вот оно тут внизу написано, среднее значение. Это задача номер 12, у нее ответ 13. И этот ответ у меня тоже совпал. Супер. Следующая задача номер 13. Вот она. Используя. Вот теперь уже LED Zeppelin. Эм, а то что-то испугался в прошлый раз, что у меня таб таблица не соответствует. 13 открываем. Тоже включим содержимое без разницы. Можно, в принципе, никак не включать, неважно. А где он пытается содержимое-то у меня подтягивать? Что-то я не понимаю. Он у меня где-то пытается из интернета что-то еще подтягивать. На ЕГЭ у тебя все равно не получится, короче. Ну вот да, может, название где-нибудь что-нибудь страшное. Там какие-то символы заменились. Вот эти процентики какие-нибудь. Так, ладно. Сколько мегабайт наибольше по альбому, по размеру альбом группы Led Zeppelin? Ctrl-F Led Zeppelin. Давайте просто Led поищем. Это группа номер 22. Найдено. А теперь давайте ID исполнителя фильтронем 22. Что случилось? Ctrl-Shift-L. Вот так. Фильтр что-то в странном месте. 22 я выберу. Уф, Куча альбомов. Хорошо. Давайте мы все эти альбомы вытащим в отдельную вкладку с названием LED. Это все альбомы соответствующей группы. Типа, их очень много. Следовательно, в треках, если я длительность хочу, мне нужно, по идее, искать... Uh, только треки Led Zeppelin Поэтому мне надо, чтобы альбомы были обязательно вот из этого множества Led Можно пробовать ID группы, конечно, сюда подтягивать по ID альбома В целом кажется, что это нормально И потом фильтровать уже по ID исполнителя А можно фильтровать теперь uh, похитрее Если я уже вытащил все альбомы группы Led Zeppelin Давайте мы просто скажем Альбом Led или нет uh, Как я это буду делать? Я буду искать этот альбом с помощью VPR. Я буду искать ID альбома в списке вот в этой таблице. В таблице LED вот здесь. Причем зафиксирую тоже долларами 1.15. Номер столбца, который я буду подтягивать, без разницы. Например, третий. Интервальный просмотр 0. И тогда он здесь нашел ND, потому что первый альбом не относится к Led Zeppelin. В итоге почти везде ND, Кроме некоторых альбомов, где 22 получилось проставилось. Ну, и теперь я могу пофильтровать просто по этому, по этому столбцу. Убрать все ND-шки, оставить только 22. Это все получается, что это альбомы Led Zeppelin. Вот. Но на самом деле, нам надо по каждому из этих альбомов теперь отдельно типа знать э, его стоимость. Давайте эту отфильтрованную таблицу мы скопируем на новый лист. И на новом листе уже поработаем. Нам уже не нужен столбец H. Нам теперь нужно для каждого трека для каждого альбома совокупный размер его считать длительность или размер наибольше по размеру стоимость соответственно не важна длительность не важна жанр не важен название трека не важно id трека тоже не важно ну давайте id трека оставим эй слышь я хочу тебя отменить а как отменить выделение я не умею такое если я столбцы выделял ладно вот так сделаем удалим вот это все ID трека я оставил затем чтобы вы видели что внутри одного альбома разные треки и теперь я список всех альбомов, которые здесь присутствуют, скопирую, вставлю на отдельный кусочек, и здесь данные, работа с данными, удаляю дубликаты. У меня получается список всех альбомов по одному разу. И напротив каждого альбома я просуммирую длительность, как он встречается в этой табличке. Сум если. Диапазон, в котором проверка происходит, это B. Число, которое я ищу, это E2. Диапазон, который я буду суммировать, это C. Таким образом, я в столбце B ищу число 30, и каждый раз, когда нахожу число 30, я суммирую из столбца размеров. Теперь при копировании я буду искать уже 44 вместо 30. Ну и для каждого, получается, альбома я знаю его размер. В какой единице этот размер? А кто его знает? Нам надо в мегабайтах, надо прочитать задачу. Вот редкая ситуация, когда мы читаем задачу. Бла-бла-бла, длительность аудиозаписи в мой... Вот, размер в байтах. Ну, соответственно, мы знаем, как переводить байты в мегабайты. Надо разделить на 2 в 20 ⁇ степени. 1 килобайт 1024 байта. 1 мегабайт это 1024 килобайта. Соответственно, надо разделить на 1024, на 1024. Да, давайте это число посчитаем. Вот такое число. 10485. Ладно, мне лень. Я буду так писать. Это получается размер в байтах. А это в мегабайтах. Эм. Как в мегабайтах? Я посчитаю. Я просто возьму F2 и разделю на 1024. И еще раз на 1024. Понятно, что числа не целые. Нам надо только целую часть, и нам надо найти в этой задаче наибольший по размеру. Так, давайте из этого диапазона выберем максимум. Он у меня уже внизу отображается, потому что я это включил на какой-то из предыдущих задач. Эм, ответ, видимо, 144. Сколько мегабайт наибольший по размеру? Да, 144. Ну или можно было сейчас уже просто написать формулу max из столбца g. Вот такой максимум и только целая часть. Так что мы отбрасываем дробную. И 144 – это ответ на задачу номер 13. Давайте сверяться. 13 144. Yes! Идем дальше. 14 задача. Артисты, микс дня и так далее. Давайте откроем табличку для 14. Использую информацию, определите, сколько рублей стоит самый дорогой альбом группы Ос Paralamas. Короче, Ос Paralamas. А что-то у меня 14 задача? Это не то. У меня четырнадцатая задача, это товары Приторможу запись Пауза так неплохо затянулась, я вот успел, видите, переодеться Итак, я разобрался, прикол четырнадцатой задачи в том, что таблицу подменили Короче, я подменил ее обратно, теперь у меня адекватная четырнадцатая задача Поехали Итак, в файле приведен фрагмент базы данных, базы данных микс дня И нам надо, короче, по данной таблице определить, сколько рублей стоит самый дорогой альбом группы Os Paralamas до Successo. Соответственно, вот у нас есть какие-то разные альбомы разных групп. Давайте мы по этой таблице определим еще раз. «Ос Paralamas. Вот, «Ос Paralamas до Success номер 113 у этой группы. Так, давайте найдем все альбомы у группы номер 113. Фильтр. Открываем, пишем 113. Давайте только эту группу. Вот у нас три альбома. Нам надо определить самый дорогой альбом. Давайте по каждому отдельно. 167, 168, 169. В треках фильтр. Выбираем 167. Просто впишем 167. Вот этот альбом, вот длительность, размер, стоимость. Альбом состоит из стоимости всех песен, сумма 2876. Итак, давайте, 2876, 167, 2800,

Так, совокупная стоимость его. Выделяем здесь все. Сумма 2133. 2133. Это 169 альбом. Соответственно, самый дорогой это 2876. Ответь, указать целую часть, получив 6 часа. Сколько рублей самый дорогой альбом? Ответ 2876. 2876. Выделю его желтеньким. И давайте сверимся с ответами. Задача номер 14. 2876, все правильно Значит, я правильную таблицу нашел Поехали дальше Задача номер 15 Используй информацию с приведенной базы данных Это мы закроем Давайте для прикола решим ее в LibreOffice Открою с помощью LibreOffice Calc Для того, чтобы вы не боялись, даже если Excel не будет на экзамене Абсолютно так же все работает Используй информацию с приведенной базы данных Сколько мегабайт занимает наибольший по размеру альбом группы с ID 19 Так, сори, э, у меня опять не та табличка Сейчас я напомню. Так, я починил, теперь у меня та табличка, задание 15, соответственно, так, я ее хотел в LibreOffice делать, да, давайте еще раз в LibreOffice ее откроем, открыть с помощью LibreOffice Calc, нам нужно найти, сколько мегабайт занимает наибольший по объему, наибольший по размеру альбом группы с ID 19, давайте найдем группу с ID 19, вот она. Сидадная игра, да? Давайте мы выделим здесь желтеньким красивенько, чтобы... Теперь нам нужно выбрать группу с этим айдишником. Uh, Ctrl-Shift-L не работает. Вот кнопка автофильтр, Выбираем ID 19. Так, у нас тут 196 и так далее. Все убираем. Выбираем только 19. Так, у нас есть два ID 26, 27. Соответственно, мы выбираем 26 и 27. Тут тоже потребуется автофильтр. ID альбома 26. Так, у нас много вариантов. Нам нужно строго 26. Так, и теперь нам нужно наибольший по размеру. Нам нужно все это в мегабайтах. Идея в чем? В том, что у нас э, информация здесь дана не в мегабайтах, а в чем-то. В чем в самой задаче написано? В байтах. Соответственно, нам надо эти байты перевести в мегабайты. Общий размер. Выделяем общий размер. Ну, сумма какая-то страшная. Короче, давайте мы просто скопируем это все и на новый лист. Напишем, что 26 альбом ⁇ это 26 альбом. Его общий размер это сумма всего столбца А. А на самом деле нам надо это еще перевести из байта в мегабайты. Соответственно, берем D18 ячейку и делим на 1024. Это я перевел в килобайты. И еще раз на 1024 это в мегабайты. Вот столько мегабайт занимает 26-й альбом. А теперь нам надо еще альбом под номером 27. Открываем треки. ID альбома. Выбираем 27 вместо 26. Все убираем, оставляем только 27 готово. Общий размер выделяем, копируем. И давайте на лист, на тот же самый пятый лист вставим вот сюда. И скажем, что 27-й альбом имеет общий размер сумма столбца G. А теперь нам надо эту ячейку и 18 разделить на 1024, на 1024, чтобы в мегабайты перевести. 109 мегабайт и 125 мегабайт. Нам надо наибольший или наименьший было? Наибольший. Соответственно, ответ 125 мегабайт, только целую часть. 125 — это ответ на задачу. Давайте сверимся. Задача номер 15, ответ 125. Правильно. Супер. Идем дальше. Задача номер 16. Так, это 16. -я. Максимальное количество владельцев среди автомобилей соответствующей категории. 16. -я. Надеюсь, что это будут автомобили. Да, это автомобили. Ура, победа. Теперь совпадают таблички сразу. Соответственно, задача номер 16. Надо было найти что еще раз? Максимальное количество владельцев. Так, а давайте тоже в LibreOffice. Что это? Я? А давайте все оставшиеся задачки в LibreOffice вообще решим. Чтобы вы перестали вообще бояться. Типа там, а что, если на Excel не будет на ЕГЭ? Какая разница? Вот мы только что решили задачу, даже не заметили. Глазом не моргнули, по сути. Так, а максимальное количество владельцев среди автомобилей с категории бизнес. Так, давайте все автомобили с категории бизнес. У нас нет здесь категории, то есть рейтинг автомобиля. А рейтинг бизнес это 78-89. Давайте здесь пофильтруем 78-89. А у нас тут куча вариантов. Можно в принципе прокликать все с 78 по 89. Это делается с помощью стрелочек и пробела. Убираем все, выбираем 78. Нам 78 по 89 надо. Я выделил 78. Теперь я нажимаю вниз пробел и выделяю флажочек. А до 89 надо добежать довольно быстро, так что вот эти вот все автомобили нам подойдут, у них у всех категория бизнес. Дальше, что нам надо? Год выпуска с 2000 по 2007. Вот тут год выпуска есть, убираем тоже все. И давайте также абсолютно с 2000 по 2007 выберем. 2003 я выбрал и вниз пробел. Так, 2008 уже не выбираем. С 2000 по 2007. И РКПП. РКПП – это тип коробки передач, но у нас есть куча вариантов. Нам нужно именно РКПП, ручная коробка передач. Максимальное количество владельцев среди этих автомобилей. 5, 2 и 1 у автомобиля ответ, соответственно, 5 максимальное количество владельцев. Давайте сверять. 16 задача, ответ 5. Правильно. Идем дальше. Задача номер 17. Используйте информацию с определенной базы данных. Сколько телевипонов марки лист, и Уси. Что за марки? Ладно. Откроем 17-ю задачу. Uh, так, оно у меня по дефолту в Excel открывается. Это телефоны? Да, марка телефонов, прекрасно. Uh, давайте я поменяю дефолт, просто чтобы LibreOffice Calc всегда использовался. Uh, теперь у меня все всегда будет в LibreOffice Calc открываться. тьфу фу Соответственно, у нас есть магазины, каталог телефонов, марка телефона. Что нам надо было сделать задача? Нам надо найти, uh, сколько телефонов вот этих двух марок, Listway и UCI. Давайте выберем именно их. Лист way, вот он. И Уси, вот он. Соответственно, у них есть: что это такое? Это ID модели. Ужасный ID. 323,520. Каталог телефонов. ID модели. Давайте сразу пофильтруем. Да, да, обновление. Окей. А, еще раз. 323 520. Выберем 323 520. Вот он. Uh, так, и что там нам надо было? И 241 600. Ну вот сейчас уже опять набирать не подойдет, потому что он сбросит мне 323 520. Uh, я забыл номер. Еще раз. 241 600. А вот он. 241 600. Лист so вы и уси выбрали. 2017-2019. Год выпуска. 2016-2020 надо убрать вот это лишнее. Так, включительно хранится в магазинах на всех, на Бульваре Победы. Так, у нас тут куча магазинов, нам надо выбрать именно Бульвар Победы. Здесь тоже нужен фильтр, соответственно. Есть куча вариантов с Бульваром Победы, но мы просто удалим все остальные. Так, давайте просто все уберем и выберем только те четыре, которые на Бульваре Победы. А есть еще, может быть, Бульвар Победы? Нет, они у нас отсортированы по имени, поэтому Бульвар Победы на самом верху, потому что на букву «Б» начинается. 1, 3, 6, 13. 1, 3, 6, 13. 1, 3, 6, 13. 4, 11 сюда не входит, только B3. Ну, получается, только один телефон вообще хранится у нас, да, кажется? Только один телефон соответствующей марки хранится в магазинах на на Бульваре Победы. Так, а может у нас есть листвы и уси еще? О, да, ой-ой-ой. Беда. Получается, у нас довольно много этих листвы и уси. А, так, я только последний выбрал. А, неправильно сделал. Давайте выберем здесь чтобы компания была только Listway или USI, и у нас довольно много таких моделек. Вот, Но их можно, в принципе, вручную все повыбирать. А можно по модельке подтянуть телефон с помощью VPR, это будет быстрее. Как хочешь, в принципе, вручную это тоже не супер долго. Просто каждый из этих моделек надо найти вот здесь, в фильтре в ID-модели и выбрать все, соответственно, подходящие. А, учитывая, что у нас. Смотрите, если выбрать соответствующий год выпуска, Uh, убрать 20 21, оставить только 17 и 18 ID магазинов А, ID магазинов я неправильно выбрал Все. Так, давайте сначала по магазинам фильтр, фильтранем тогда 1, 3, 6, 13 1, 3, 6 и 13 Давайте может, просто сначала сбросим фильтр Вот, и заново его сделаем просто 1, 3, 6, 13 магазина Это легко 1, 3, 6 и 13 я уже выбрал. Только вот эти магазины выбрали. У нас уже очень маленький список на самом деле. Год выпуска с 17 по 19 включительно. Соответственно, 17, 18, 19. Список очень сильно укоротился. Теперь надо просто соотнести марки, которые здесь есть, и марки, которые там есть. 7, 8, 3, 0, 4, 0. Uh, так, ладно, давайте, как мы это сделаем, быстрее всего. Ну, кажется, что лениво реально по каждой марке проходиться и выбирать, подходит она или не подходит. Uh, но я это сделаю, чтобы сейчас не писать какую-то сложную функцию, которую там типа некоторые не очень хорошо понимают, как работает VPR или сумме, если. Но вообще говоря, можно было подтянуть просто под каждую модель ее имя из э, имя компании из марки телефонов, а потом фильтровать уже только по имени компании. Значит, по-другому сделаю. 783040 ищем. Они у нас здесь по алфавиту. 783040 отсутствует. Следующее. 377920

Вот она. Следующая. 323,520. 323,520. Такая тоже есть. 241,600. Такой нет. И 355,200. Такая есть. Все, выбрали. Получили количество телефонов, которые у нас на складе. Раз, два, три, четыре, пять. Количество... 5. Окей, все. 5 телефонов, соответственно, есть таких. Задача номер 17, ответ 5. Отлично, это правильный ответ. Идем дальше. Задача номер 18. Так, вы видите все то же самое, что и я. Прекрасно. Задача номер 18. используя информацию из приведенной базы данных, при сколько видов животных заселили вольеры, чья ID начинается на А. Значит, сейчас будем с животными таблицу какую-то использовать. Это 18 да? Да. Так, вот у нас вольеры, животные какие-то, альпака, амурский тигр и так далее. ID вольеров должны начинаться на букву А. Соответственно, мы должны фильтрануть здесь. Ну или просто вот эти все вольеры выбрать. Да, у нас оно, кажется, отсортировано по возрастанию. Вот эти вольеры нас и интересуют. В принципе, в фильтре можно вот здесь ID вольера А выбрать. Что нам надо? Заселили вольеры с 1980 по 2010 года включительно. Ну, Хорошо, нам потребуется фильтр. Нам нужно выбрать ID вольера, начинающийся на букву А. Соответственно, выбираем конкретный и дальше вниз пробел. Поскольку у нас в фильтре всегда отсортировано по возрастанию, тут нет больше вольеров на букву А. Выбрали. Год поступления с 80 по 2010. -й. Можно стандартным фильтром это сделать, можно прокликать просто с 80 по 2010. -й. У нас шаг, в принципе, даже больше одного года, поэтому с 80 по 10 года сделали. Количество особей нас особо не волнует, требуется ли переезд, нет. А, так, а вот тут интересный вопрос дальше, что у нас тут, в принципе, какой вопрос? Сколько видов животных? А у нас тут не написано, сколько видов животных. Но мы знаем, сколько в каждом вольере живет, что в каждом вольере живет кто-то конкретный. Вот в А2 живет краш-бандикут, например, вот этот животное. Соответственно, если в какой-то вольер кого-то заселяли, значит это заселяли вот конкретного этого животного, правильно? Значит вот все заселения, которые происходили вообще количество особей нас не волнует, требуется ли переезд не волнует, они происходили вот в эти вольеры. Значит мы в новом в новой вкладке говорим, окей, данные, и нам надо убрать Короче, нам надо здесь э, убрать э, повторы. Вот, дубликаты. А в либо все удаление дубликатов. Я не помню, где. Сейчас найдем, быстренько. Так, фильтры, понятно. Задать диапазон, бла-бла-бла. Содержимое, промежуточные итоги. Форма, может, правой кнопкой? Нет. А, так, может быть, где-то среди стандартных сейчас найдем. Формат, может быть, удалить дубликаты. Дубликаты, дубликаты. Хочу, короче. Убрать одинаковое совпадающее. Так, нет, кажется, что нет. А, ну, есть вариант тупой отсортировать. Вот, АЗ, АЗ. -Z -Z. Может быть, рядом с сортировкой где-нибудь нет. Выровнять по нижнему центрировать и так далее. Это все неинтересно. По левому краю. Давайте посмотрим, расширим немножко окошко и посмотрим, что нам еще есть. Что-нибудь похожее на удаление дубликатов ищем. Так, вставить или редактировать, диаграмма, колонн неинтересно все это, разделить окно, функции рисования, условное, может в условном? Нет Так, цвет обрамления, стиль обрамления, обрамления туда-сюда Вот это то время, которое ты теряешь в LibreOffice э, по сравнению с Excel, потому что не знаешь, где кнопка расположена, но это обычно не очень долго Так, ну да, мы, мы уже выяснили, что можно было это без удаления дубликата сделать просто э, страничку, правка может быть Нет Вид не интересует. Вставка тоже вряд ли. Формат мы уже просматриваем. Давайте еще раз посмотрим. А, так, нет, не похоже. Короче, скорее всего, в данных. Давайте еще лист посмотрим. Заполнить цвет Нет. Короче, давайте еще раз данные посмотрим. Сортировка. Автофильтры еще фильтры. Сводная таблица, содержимое ячейки. Нет. Проверка. Тоже нет. Текст по столбцам. Объединить. Группа и структура статистика тоже нет в сервисе мы ничего такого не найдем так короче я не нашел кнопку удаления дубликатов окей хорошо поскольку данных у нас немного мы в целом вручную кажется справимся с этим просто отсортируем но еще как вариант можно было сделать здесь автофильтр и давайте добавим заголовок В чем суть? Нам надо посчитать, сколько здесь уникальных на самом деле, поэтому э, если мы просто фильтранем, что с тобой не так? Если мы просто автофильтр здесь сделаем, то у нас э, отсюда можно посмотреть общий список всех и посчитать их просто в тупую То есть их, они идут А1, потом 2, 3, 4, 5, 6 до 9, да? Ну и так далее. Короче, если мы их э, выберем просто все и посчитаем, то ответом будет количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Все. Тринадцать видов животных у нас э, было переселено. Второй вариант, как это можно было сделать без фильтра. У нас есть набор данных, мы его можем отсортировать, а после этого удалить все лишние, потому что мы знаем, э, ну типа просто повторение удалить. Десять, десять, одиннадцать удаляем. 3, 4, 4 удаляем, 7, 7 удаляем. То есть вручную удалить дубликаты. Если еще раз отсортировать, то мы после этого увидим их все во всей красе, в полной. Вот их количество. Начиная со второй строки по 14, так что ответ 13. Так, а что-то мне на самом деле интересно, где кнопка удаления дубликатов. Я ее потерял. Я знал, где она, и забыл. Как бы это теперь... Вот я на ЕГЭ с этим встретился. Вот мне не жить, не быть, надо удалить дубликаты. Что делать? искать, 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 искать. Еще раз ширим. Так, условное форматирование нет. Цвет обрамления, стиль обрамления, главное, бла-бла-бла-бла-бла. Где-то, может, здесь кнопка. Строка, сортировка, параметры, учитывать регистр, включить форматы, пурум-пум-пум. Нет, не похоже, это все сортировки. Автофильтр тоже, понятно, нет, не то. Редактировать сводную табличку, вставить специальный символ, комментарий, гиперссылка, область печати, фиксировать строки, столбцы, красиво, но нет. Нет функции рисования, условный цвет, стиль, обрамление, уменьшить, увеличить, отступ, меньше разрядов, больше разрядов, формат, дата, формат, числовой, проценты, формат, денежный, выровнять, 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 объединить, центрировать, переносить текст. Это все неинтересные кнопки. Значит, здесь нет. А значит, мы ищем среди выпадающих списков. Там очень много кнопок, но мы знаем, что мы ищем. Удалить дубликаты или удалить повторы или что-нибудь такое. Это, скорее всего, в вкладке «Данные» все-таки должно быть. Я бы поискал здесь все-таки. Задать диапазон, выбрать диапазон не похоже на правду. Содержимое ячейки. Может, проверка? Давай попробуем. Разрешить все значения, помощь приводит действие при ошибке. Нет, это проверка вводимых значений, чтобы он автоматически исправлял что-нибудь. Промежуточные итоги. Первая, вторая параметры. Нет, не то. Форма. Нет, тоже не то, что -то вообще страшно выглядит. Совмещенные операции. Текст по столбцам. Объединить. Может объединить. Функция суммы. Исходный диапазон. Нет, не похоже. Так. Группа и структура. Автоструктура. Группировать. Ну-ка. Что-то не то вообще произошло. Группировка какая-то. Ладно. Статистика. Ту, Ту -ту 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 Нет, это все не то. Значит, где-то в другом в другой вкладке, не в данных. Все, данные мы точно все полностью проверили, второй раз туда не пойдем. Ячейки вставить, удалить, вставить лист, чистить тип ссылок, заполнить. Нет. Стиль. Неинтересно. Формат. Текст, интервал, выравнивание, формат чисел. Все неинтересно. Ячейки. Строки. Неинтересно высота, столбцы, объединить ячейки, центрировать нет. Диапазоны печати нас не интересуют, условное форматирование не интересует. Изображение диаграммы объект неинтересно, привязка, расположение, отразить группировка. Все не то. Беда. А где удаление дубликатов? Гуглить на экзамене мы не можем. Напоминаю. А, типа по жизни я просто погуглил. Да. Вот очень мне надо где-то удаление дубликатов. В принципе, кажется, что вручную уже получилось бы быстрее, чем сейчас поиск этот. Но уже, уже просто чести. Хочется уже удаление дубликатов сделать. Так, 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 так. Но сервис явно не то. В данных мы уже покопались, в формате мы покопались, во вставке даже покопались. Вид. Это все не похоже на изменения. Мне кажется, в правке можно разве что искать что-нибудь. Теперь отслеживайте. Так там тоже ничего такого нет. Отстой. Давайте снова по правой кнопке попробуем. Ставить как очистить стили формат ячеек. Давайте попробуем формат ячеек. Всплывающее окно открыть, шрифт Нет, Все не то, все не то, все не то. Нет, ладно, хорошо, в крайнем случае я просто, короче, вот это все скопирую, считаю в питон, прочитаю как строки и заполню просто множество. Вот давайте так, если я совсем в тупую забыл, то я просто использую PyCharm для того, чтобы эту же задачку решить. И просто вот этот вот список, ну это уже совсем, конечно, крокодила я использую сейчас для того, чтобы разобраться с проблемой. Excel у меня, короче, нет, кнопка удаления дубликатов отсутствует, а мне ее очень надо, что я сделаю. Я просто вот это все, Соответственно, удалю. И а, так, давайте. Давайте откроем файлик стандартный, в котором всегда кодим. 27.py. Давай, 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 давай. Я в тебя верю. Не очень давно открывался. Сейчас мы его найдем просто. Ту -ту 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 -ту. Готов, вот он Ну и соответственно, что я буду сейчас считывать строки И в, просто в какое-то множество их добавлять Ну давайте даже не множество, давайте даже массив Чтобы потом красиво выводить uh, For range я знаю, что их там у меня 19 Соответственно s равняется input Считываем строчку Если not s in a a.append s uh, Я удаляю таким образом дубликат Теперь for x in a print x все, вот готовый кодик, запускаем его Даем ему эти строки, он нам дает эти же строки без дубликатов Вот удаление дубликатов, пожалуйста, если я совсем затупил жестко Так, как вставлять, да пофигу, вот так вот все Вот, вот эта же строка с удаленными дубликатами Но мне все еще интересно, где в LibreOffice удаляются дубликаты Что за беда-то такая тупая? Э, почему я эту кнопку не нашел? Где-то она должна быть. Я про то, что еще раз напоминаю, ЕГЭ это не экзамен по э, вашим знаниям там чего-то или по вашему по вашей способности думать. ЕГЭ это экзамен, в первую очередь по хитрости, поэтому решение с помощью Питона или решение с помощью там вручную удаления и так далее. Это все подходит и даже хорошо. Типа, если ты ну быстро сориентировался, как это как-нибудь по хитрому быстрее сделать, то ты победил. Все, это все, что тебе надо знать. Что-то вот мне не очень понятно, где оно спряталось это удаление дубликатов. Формула F от X. Может, с помощью какой-нибудь формулки? А, типа то же самое, если оно там отсутствует или присутствует. Короче, сортировка по возрастанию побыванию и так далее. Сводная таблица нет. Содержимое ячейки нет. Проверка примеручные итоги нет. Формы нет. Объединить. Вот, объединить, похоже, на правду, да? два разных в одно. Ну-ка, ну-ка. Функция исходные диапазоны. Нет, это какой то фуфло. Это я уже открывал, да? Короче, я не вижу. И я погуглю просто, чтобы вас не подвешивать и не оставлять без этого знания. Офигеть, я нашел, где удаление дубликатов. Это было нетривиально, не очень удивительно, что я это не нашел. Это работает в фильтре. Короче, фильтр, стандартный фильтр. Делаем какой-то фильтр, под который все подходит. Например, что вот это поле содержит букву «А». И дальше параметры открываем и убираем, и ставим галочку «Без повторений». Бам, все, удалились дубликаты с помощью фильтрации. Отвратительно, правда? Жесть вообще. Ну ладно, короче, так и так, у нас э, общее количество после фильтрации 13 строчек. Соответственно, в задаче что требовалось? Задача требовалось найти сколько видов животных. Ответ 13 разных видов животных. Ну, давайте еще проверим, что у нас эти 13 видов все разные. Да, у нас тут все разные животные, правильно? Баран, барсук, белка, бобр и так далее. Да, это все разные животные. Соответственно, ответ на задачу номер 18 это 13 разных животных. Это правильный ответ. Супер. Идем дальше. Задача номер 19. В 19 задача нам требуется определить, сколько заработали в сумме бригады с учетом коэффициента работающие в районе Московский на работах со средней сложностью. Это мы закрываем. Открываем теперь соответственно что? Открываем, открываем, открываем 19 задачу. Вот она. Бригады, работа и так далее. Да, да, супер. А сколько заработали бригады в районе Московский работы со средней сложностью? Ставим автофильтр. Сложность работ средняя. Высокую и низкую убираем. Район московский нас интересует. Здесь тоже автофильтр. Выбираем район московский. Готово. ID объекта только второй объект подходит. Соответственно, вот здесь выбираем второй объект. Бригады нас волнуют. Да, их почасовая плата нас волнует. У нас всего осталось 4 бригады. Кажется, вручную опять можно проставить, не используя ВПР сколько в среднем, нет, в сумме, с учетом коэффициента, на работах со средней сложностью. У нас еще количество часов работы, получается, должно в этой задаче быть, да, 17 можем закрыть, 19 -е. Да, мы знаем часы работы, знаем коэффициент, знаем ID бригаду. У каждой бригады нам надо по часовую зарплату вытянуть. Можем это сделать с помощью формулы, но их всего 4, поэтому 7, 8, 11. Давайте посмотрим. 7, 8, 1000, 3000. 11,2. Это, соответственно, 3000 и 2000. 3000 и 2000. Сколько всего заработано тогда? Это почасовая зарплата, g7. Умножить на количество часов работы, e7. Умножить на еще коэффициент к зарплате d7. 7000. Здесь 12,600, здесь 21,600, здесь 19,600. Похоже на правду, нет? 2000 на 714, еще коэффициент. Да, похоже на правду. Выделяем это все. Сумма 60 800. Это сколько в сумме заработали на московском, правильно? Район московский, там единственная штука. на средней сложности работ. Надо было это сделать, правильно? Московский, средняя сложность. Еще раз. Ответ 60 800. Смотрим ответ на 19-ю задачу. Это правильный ответ. Супер. И, наконец, давайте 20-ю задачу. Вычислите количество возникновения ошибок среднего уровня опасности. Окей. Ошибки. Опасность. Все понятно. 20-е. Мы открываем в задачу номер 20. Нам нужно определить количество ошибок среднего уровня опасности у пользователя э, 100-бальника Это ты, получается Мы открываем, фильтруем, выбираем 100-бальника отсюда Из всех Дальше Среднего уровня опасности Это что такое средний уровень опасности? Вот тут вот уровень средний, значит 2-3 раза возникла ошибка Количество возникновений выбираем только 2 и 3 У нас здесь вообще только тройка есть Соответственно, больше ничего не надо сделать, правильно? Потому что код ошибки не волнует, дата, ID программы не волнуют, какие там программы, ну, разные программы, ошибки какие-то исправлены, у нас в целом вообще без разницы. Количество возникновений. Вот, а у нас тут три строки в этой таблице, поэтому некоторые ошибочно ответят три, хотя на самом деле у нас каждая ошибка, вот прямо тут в таблице написано, возникла три раза. Именно поэтому она среднего уровня опасности, и это же еще влияет на ответ, потому что, смотрите, возникновение 3, 3, 3. То есть нам, короче, надо не количество строк, а сумму вот этих вот диапазонов. 9. Типа количество возникновений, ну, три раза вот эта ошибка возникла, три раза вот это и три раза вот это. Поэтому она среднего уровня опасности, и всего, получается, 9 раз возникла эта ошибка. А ответ на эту задачу, соответственно, 9. Давайте проверяться. 9. Вот так вот. Я надеюсь, что после этого ролика у вас вообще нет никаких проблем с третьей задачей. Мы даже внутри этого ролика столкнулись с некоторыми бедами. Ну, понятно, беды уровня там таблицы не совпало на ЕГЭ, вы с ними точно не встретитесь, да, это типа чисто мои организационного характера беды, которые вас еще и не коснулись, потому что я просто в ролике таблицу заменил, и все работает. А вот беда уровня того, что, например, Excel на экзамене нет, а у тебя либо офис, и ты не знаешь, где какую-то кнопку достать, ну, тогда как бы включай фантазию и воображение. Как я это сделал, например, нашел это, просто в питоне сделал, например удаление дубликатов или просто вручную сделал, потому что диапазон не очень большой. Да, третья задача из-за того, что там может быть что-нибудь немножко неожиданное, может растянуться на подольше, потому что ты решишь что-то делать вручную. Всегда соизмеряй, где формулки, где руками поделать. Вот, а так в целом, кажется, у меня больше нет для тебя допутственных слов по поводу третьей задачи. Увидимся с тобой на следующем ролике и желаю удачи в решении этой задачи. Спасибо за внимание и пока-пока.